Престижный форум-выставка во второй раз проходит в Казахстане. И оба раза честь принимать форум такого масштаба выпадала нашему городу. Ведь Южно-Казахстанская область входит в тройку крупнейших центров Казахстана. А Шымкент является одним из важнейших промышленных, торговых и культурных центров страны. На сегодняшний день все, что закупается в Казахстане одеяло, это больше турецкого, китайского производства. Они больше синтетические идут. А так как мы выпускаем экологически чистое сырье, и сырье у нас наше свое казахстанское, оно считается недорогим. Мы именно делаем, чтобы население было доступно купить наши продукты. Маштекс – это единственное специализированное мероприятие для развития деловых связей и привлечения инвестиций в текстильную промышленность Казахстана. Проведение в таком масштабе деловой встречи поддержал акимат Южно-Казахстанской области, который выступает соорганизатором форума и выставки «Маштекс». Благодаря программе индустриализации реализовано множество текстильных предприятий. К примеру, в настоящее время в области уже запущены два крупных ковровых фабрики «Бельгийские технологии». Также освоено производство синтетических тканей для качества. Кроме того, в области действует предприятие полного производственного цикла от выращивания хлопка до производства готовой текстильной продукции. На сегодняшний день казахстанская текстильная промышленность имеет большой потенциал для успешного развития отрасли. Особенно учитывая более низкие показатели затрат при производстве, близость к сырьевой базе, основным центрам переработки и доступность рынков сбыта. При большом логистическом потенциале наша страна обладает хорошими перспективами как для развития легкой промышленности, так и отдельно взятого текстильного сектора.